Ну что, ребятки, полетаем. Заказал себе игрушку. Как говорил один из классиков, мужчина постоянно нуждается в женской ласке, в мясе и в вертолете на радиоуправлении. Но 21 век, и вертолет заменяется квадрокоптером. Модель S60D. Камера на 1080, но с разрешением 60 кадров в секунду. Я посчитал, что это лучший вариант, чем 4К. Тем более, что связь 4К, передача сигнала будет капец какой. В комплекте еще одна батарейка, защита. О, какой он маленький. Я думал, он больше. Так, вот так вот он у нас складывается. По-моему, пульт больше, тяжелее квадрокоптера. Я в шоке. Работает от 3 АА батареек. Можно переделать под литий-ион. Под одну литий-ионовую. Здесь у нас... Так, а здесь у нас что? А здесь у нас вот смартфон. Блин, оно все такое хлипкое. Капец. Капец. Западает. Ужас. Не, я, конечно, не претендую там. Я не видел в глаза фантомы и все остальное. Но здесь такое качество за такие деньги. Не знаю, правда говорят, что некоторые еще хуже. Так, что у нас здесь? Вытаскиваем батарейку. Это у нас, наверное, антенна. Батарейки заряжаются сразу. С контроллером у нас идут, что удобно, в принципе, мини. Да уж. В общем, сейчас разберусь, почитаю инструкции и продолжим. В общем, народ, не до полетов. Придумали китайцы такую вот хрень. Короче, здесь внутри плата заряда литий-ионных батарей, которая с 5 вольт на 4,2 переводит. Второй аккумулятор был в говно посаженный. Тут, собственно, микро-USB припаяно. И этот вывод, тут никаких ни защит, ничего нет. Сразу уходят провода на аккумулятор. Аккумулятор здесь такой, что можно... Наверное, 2 засунуть в этот корпус. Следующий момент. Что-то квадрик сильно косит в бок. Я тут пробовал летать. Я тут смотрю на 1. Да, вроде ровно. 2 вроде ровно, да, вот так по горизонтали. И теперь вот этот раз кривой и 2 кривой. Хорошо, что в комплекте есть 2 прямых. Нахрена так делать, тоже непонятно. Это вот уже конкретные минусы. Ну, я в шоке. Камера, кстати, говно. 1080 она снимает. Чуть попозже я вам покажу качество. Дай бог, чтобы там было 0,2 мегапикселя. Короче, продавец продаваст. Еще тот. Как сказал один человек, пипедастер. Вот, наверное, продавец пипедастер. В общем, заряжаются они. Здесь написано 600 миллиампер. Но что-то мне... Они совсем маленькие. Что-то я не рискнул заряжать 600. Поставил ограничение потоку в 400. И не прогадал. В общем, заряжается. Хочу уже зарядить 2. Пойти полетать, показать вам... Как он вообще снимает, как он себя ведет. Собственно, включаешь его. Здесь сделано удобно. Индикация разряда
Короче, все четыре зеленые лампочки, если горят 100%, начинает гореть одна красная сбоку 75%. Ну и так далее. Две красные 50%, одна... Две красные, две зеленые 50%, одна зеленая, три красных 25%. Ну, вы поняли. В общем, пульт сразу, когда будете покупать квадрик, сразу три... Если кто-то захочет после моего видео его купить. В пульте идут три батарейки типа 2А. Но их продавец не ложит. Поэтому придется сходить в магазин купить. Вот так вот.